Я буду кормить Бетти куриными сердечками. Так. Бетти, смотри, что я тебе принесла. Ну. Давай. Ой, молодец, умничка. Быть и проглот. Я думала, ты хоть немножко посмакуешь, а ты что-то прям очень быстренько. Давай. Еще. Умничка. Молодец. Хорошая девочка. Так, это я уже ей 2 скормила. И 3 я кормила самый первый раз еще до съемки. Я думаю, сейчас дам еще ей 2. 5 штучек, наверное, будет достаточно. Бетти, будешь еще? Бетти. Мяско, мяско. Что, 3 штучки тебе хватило? Странно. Ну ладно. Будешь, нет? Быть. Будет. Конечно, будет. Когда это быть отказывалась, да? Мне сказали, что ты аппетитная девочка. Лентяечка, стань хоть нормально. Полулежа такая прям. Лапки, лапки свои. Ой, лентяйка прям, вообще лентяйка. Бетти, ну давай, еще, наверное, 5 достаточно, я думаю, на сегодня. Ты будешь 5 сердечко? Ты что, стесняешься у меня с рук брать? Да я сама тебе немножко еще побаиваюсь. И нравишься ты мне жутко, и боюсь. Потому что все-таки с такими крупными рептилиями я еще ничего общего не имела. Тем более, что я ее не растила. Я ее не знаю. Если бы я ее растила с малышки, конечно, я бы смело бы ее и мордочку трогала, и все. А я себе такое позволить не могу, потому что я еще не знаю ее характера. То, что она на меня не шипит, это уже радует. Но все равно. Так, это у меня выключился таймер. Да, ровно в 9 часов вечера у меня выключается автоматический таймер. Выключает лампочку ультрафиолетовую и лампу накаливания. Ага. Я об этом уже покажу в следующем видео. Этот таймер очень нужная вещь. И очень отлично он меня выручил, когда я уехала на неделю из дома. То есть очень удобно. Он сам по времени включается, сам выключается. Быть, ну давай еще покушаешь или все уже? Толстушек. Наверное, хватит тебе, да? 4 штучки. Давай тогда уберу. Вот, но я хочу его показать уже вам в следующем видео, поподробнее показать этот таймер, как он работает и какие функции выполняет. В общем, увидела я его тоже на одном канале у девушки, в которой живет агамка, несколько даже агам, и синий закисцинк. Вот у нее этот таймер есть, и он отлично
справляется со своими обязанностями. Я решила себе приобрести такой же. Кстати, приобрела его. Будешь, нет? В самый последний день. То есть мы должны были уезжать в понедельник вечером. Поезд у нас даже не вечер, а уже ночь. 10 часов ночи. Вот. И я купила его как раз днем. Пока я его изучила, пока я немножко его проверила. Ну, в общем, все отлично. Он меня не подвел. И в 9 вечера таймер уже выключился. По времени, которое я сама установила. Которое удобнее для меня, для моих агам. Это в 7 часов он включается и в 9 выключается. Вот. И этот таймер у меня сразу же при мне уже показал свою работу. То есть я осталась довольна. Сейчас вам его покажу. Вот. Вкратце немножко. Вот он. В следующем видео я вам покажу его поподробнее. Вот, не знаю. Вот все настроилась резкость. Вот эта вот штучка. Она выключает весь тройник. К нему идет ультрафиолет, лампа накаливания. И внизу еще идет термоковрик, на котором у меня пока живет варан. Варанша. Вот. Пока я ей не купила ультрафиолет, она у меня греется на термоковрике. И ночью вот он выключается. И утром включается. То есть мне не приходится это каждый раз, два раза в день включать или это самое, вставлять вилки в розетку, чтобы у моих рептилий горели лампы и коврики. В этом плане очень удобно. Но об этом в следующем видео. А пока все. Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока-пока. Подпишись на мой канал и ставь лайк этому видео.